Приветствую вас на канале Мосалим. Сегодня мы работаем с автомобилем Шевроле Ланос. Делаем шумоизоляцию. Разобрали. Ну как вот выглядит разобранный Ланос. Шумоизоляция отсутствует полностью. Нет ничего. А, нет. Вот кусочек шумки. Все. Автомобиль, конечно, бюджетный, но хотелось бы все-таки, чтобы шумоизоляция хотя бы какая-то была, а ее тут нет совсем. Так. Крышки багажника тоже пусто. На полу вот здесь нога есть шумка, на тоннеле даже есть. Вот она вот так вот лежит. Зачем ей быть приклеенной? Достаточно, что она просто вот так лежит. На самом деле, конечно, нет. Это неправильно. Дальше двери. Голые двери. Абсолютно голые. Нет ничего. Ну, крыша, конечно, тоже голая. Сейчас мы все обезжирим, протрем и приступим к отлейке виброизоляции.